Всем привет, меня зовут Арина, вы на канале One Love Top Fea, и сегодня я снимаю второй летсплей. Я продолжаю собирать эти штучки, еще мне надо их очень-очень много собрать. Мы их собираем. Я убираюсь в дворник, короче, в сквере. Вот я посидела тут, и я решила, буду добивать, хочу получить костюм садовника и уборщика. Очень-очень хочу получить. Так, перезагружаем. Тут я мусора не вижу. Все, я уже убралась, я собирала два мусора. Пойду на улицу. Может, может быть, не переодеться. Так. Вот я уже оделась, сохраняем. Так, где мой аватар? Где я? А вот я иду под фонтаном, прикольно. Не, ну красивый наряд вообще прям. Прикольно так. Начинаю снимать прям видео, в Атери начинает вылетать. Невеста, что ли? Помолвлена, да. Сейчас у нее будет свадьба. Прикольно вообще такой фондант такой. Давайте пойдем в суррогаты, что ли? Пойдем, кажется, на мотике на моем, который купил за 149 золота. Прилетела я. Ну, 8 штук, прикольненько. Играть. Я выиграла, может, один раз только мишку, но хочу тоже выиграть. Я в основном рукожоп. Почему не добавят новые локации и новые игры? Нет, я уже не успею выиграть мишку. 100% я рукожоп. Хотя... Да, не успел, но с подарком Жене шарик. Лучше бы ты ушел бы, и эта бы мишка был бы моим. Увидят. Прикольно. Что за Женя? Ух ты. Мы сейчас пойдем в садовника. Четвертый уровень садовника. Знаете, четвертый. На видео, на показывает, да, можем монетки собирать тоже даже. О, вчера у меня только монетки были на вот этих хрени, этих жучков. Ребят, я дошла до 5 уровня, и я очень сильно рада закрыть 5 уровень теперь. Меня. Мы проходим далее. Вот, бабочка, блин. Лови ее! Противная бабочка. Ой, би подкрыл. Что?
рекомендую вам подписаться на мою страницу ВКонтакте. Тут проходят очень классные конкурсы. Практически каждый день. Я тут очень пишу красивые цитаты. Вам они вам всем понадобятся. И очень понравятся. Ведь не каждый ребенок может писать такие очень крутые фразы. И это просто офигенски. Так что подписывайся, я буду ждать. А здесь загрузка, я вернулась домой уже. Кто у нас в рейнте ГХ? Никого. Все разбежались. Ну ладно, не будет тогда никого. Я на первом месте, идите вообще. Давайте сейчас сходим в кутюрье. Что-то давненько не было добавления костюмов. Я хочу купить себе вот такое платье, наверное. Ну, такие платья сюжеты покупают. Ну, такие у меня есть платья. Я такую коричневую купила. Это прикольное, конечно, платье, да. Такое платье розовенькое, прикольное, но я хочу такое. Такие красивые, вообще прям сногсшибательная. Как правильно? Это клеится к парням. Виктория. И ищу мужа ко мне. Виктория. Ой, сори. Чего не подходит великий? А, великий женат на воздухе. Ну да, логично. Я жена, так что на меня можно не надеяться. Дайте пожмем руку. Блогер идет жать руку. Молодец. Вот, блин. В чем смысл этого кресла? Я не понимаю. Ребят, мне уже пора заканчивать. Всем удачи и добра. Всем пока-пока.